На улице Зелинского бьют тревогу. Возле одного из домов уже несколько недель красуется яма, больше похожая на могилу. Свалиться в нее, особенно в сумерках, будет запросто. Учитывая, что неподалеку расположена 10-я школа, коммунальным службам пора бы обратить внимание на потенциальную угрозу. Чем мешает яма вдоль фундамента и почему люди вообще ходят по этой дорожке? Вопросом на вопрос ответила жильца многоэтажки на Зелинского 17, корпус 1, управляющая компания. Шикарно разрытая территория, скромно огороженная лентой, привязанная к сломанным веточкам, появилась здесь примерно 3 недели назад. Ее назначение никто из местных жильцов не знает, как и перспектив, когда ее закопают обратно. Нет ни у понимания, ни у жильцов окрестных домов, ни у соседей. То есть, когда мы разговариваем об этом, то все говорят о том, что да, конечно, история какая-то опасная. Все думали, что это разроют и зароют. Но вот уже пошла, наверное, 3-я неделя, как такой могильной глубины яма находится рядом с 10-й школой. Есть информация, что дыра в грунте появилась по инициативе водоканала, которому нужно провести здесь профилактические работы. А пока люди надеются, что до первого снега яму все-таки ликвидируют, и никто из случайных прохожих не прочувствует ее глубины.